Всем привет! Число и температуру вы уже увидели. Это запоздалая серия о поездке в Альпы в период коронавируса с 20 февраля по 27 февраля 2021 года на неделю в составе 6 человек. Женщины на поезде, мужчины на машине, а за ними комарики на воздушном шарике. Вы спросите, зачем? Отвечаю, проживание в шале мы оплатили еще летом 2020-го. Тогда мы еще не предполагали, что через полгода подъемники будут закрыты. Короче, ехать надо, иначе пропадут деньги. И вот в назначенный день, в школьные каникулы, мы выехали в направлении горнолыжного курорта Порт-дю-Солей. На поезде нужно ехать 5 часов, на машине получилось 10. Школьные каникулы, многочисленные пробки на автобанах. Французские водители их называют аккордеон. Кому не интересно, какие песни мы слушали и пели, и как менялся пейзаж вокруг нас, перематывайте на 5 минут вперед, но остальные в путь. Это и есть пробка аккордеона. А ты что снимаешь? Я снимаю мельницу. Можно есть пицца? Да. Пиццу в машине с часом. От обедов сперва исчезла пицца, а за ней исчезла пробка. C'est des nuages qui sont accrochés dans la montagne, ils n'arrivent plus à partir. Et là, il y a un petit lac en dessous de toi. Санка и камина. Нет, не санка и камина. Ой, как камина. Эй, Воля! Эля мизон. Зачем ты позвонил? Спасибо.
Альпийская деревня, в которой мы остановились, называется Шатель. Находится на границе с Швейцарией. Получается так, что зоны катания совместны, французско-швейцарские. Поэтому утром кофе пьешь во Франции, а пиво в обед можешь попить в швейцарских Альпах. Но такая возможность только не в этом сезоне. Специального обзора про деревушку нет, поэтому микроэкскурсия из окна автомобиля. Как все начиналось? Какие были лыжи? Ботинки детские даже вот такие. Коньки. О, какие. Что-то вот особенное. Периодически включают кабинки, дразнят народ, который ходит пешком. Ну и готовят трассы для тех, кто занимается скитуром. Специальные лыжи, специальные крепления. Таких людей здесь много. А у кого нет таких лыж, те используют санки, поднимаются наверх и несутся. Когда нельзя, но очень хочется, можно с горных трасс сделать горку для санок. Уля. Этого видишь, он хорошо едет. Лучше она бы где еще. Да, надо было давно это сделать. Вау. Как видите, многие забили на свои лыжи, можно сказать в прямом смысле, прикрутив их на саморезы к стенам своих домов. И нам тоже пришлось про свои лыжи забыть. Они просто прикручены, Борис, да, или прибиты? А? Я не знаю ничего. Прикручены или не прибиты? Да. Соломоны? Этой зимой фартануло только детям. Бонжур. Для них работали горнолыжные школы. Каждый день с 9 утра и до обеда на протяжении недели из них делали лыжников. Горнолыжников, извините. Через неделю наступил торжественный день получения медалей и сертификатов об окончании первого курса обучения. Cette semaine, on a eu vraiment une bonne semaine. Il a fait beau, chaud. On a eu un petit peu de pleurs sur les débuts de semaine et après ça s'est estompé. Grâce aux animatrices, beaucoup. Hein. Donc on peut applaudir les animatrices aussi. Ha 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 ha!
здесь вот все. И детям, и взрослым. Чтобы активно проводить время в горах, мы приняли решение поехать в прокат и взять на неделю рокеты, по-нашему снегоступы. Между прочим, последние две пары взяли. Очень они уж в этом году востребованы. Прослушав курс по применению этой спецобуви, мы поехали на Москву. И вот что из этого вышло. Не разрешают на лыжах. Мы берем вот эти ракеты, называются, или ракетки. Подгоняем таким вот образом размер. Вот это вот фиксируется для того, чтобы идти в горку. Это фиксируется, чтобы переходить речку или быстро сбежать от обвала или от медведя. И вот таким вот образом народ путешествует, когда горы закрыты на коронавирус, не работают подъемники, но снег есть и трассы готовы для того, чтобы путешествовать. Или кто вот сзади меня идет, может также еще на лыжах кататься, поднявшись наверх. Такая вот история. Но тяжело ему будет без ракеток. Вот так вот, друзья. И вот образом фиксируется. Как сноуборды. Так. Дошел я до отметки 1550 метров. Ресторан-бар Хайнекена. Порт-де-Солей. Немного трясется рука, потому что я иду, продолжаю идти. Показать вам панораму. Ну вот как-то так. Когда закрыты подъемники, когда коронавирус, приходится таким вот образом получать удовольствие от этой красоты, путешествия пешком в этих ракетках по красивейшим местам альпийских гор. Кстати, вон там за горой уже начинается Швейцария. Все закрыто.
Спускаясь с горы, я размышлял о том, что в любой ситуации нужно находить для себя позитив. Вот если бы не закрытые подъемники, вы думаете, я одел бы эти снегоступы? Нет, конечно. Посмотрите, какая красивая тишина. Как ее по-другому можно было бы увидеть и услышать? Вот. Это скитур, ребята. Погода в этом году бьет все рекорды. Всю неделю стоит жара, плюс 12, плюс 14. А это вот, ребята, обратите внимание, результат исхода лавины. Здесь сошла лавина, разделив на две части. Это вот первая часть, разделившаяся, она пошла туда. А сейчас я вам подойду и покажу вторую часть. Вот так вот она прошла. Туда вот ушла. Там остановилась. Результат схода лавины. Здесь уже почистили. Это вторая часть. Вот стоп, холодильник, стоп, кипятильник. Здесь она остановилась. Каждый день мы поднимались в горы, после чего уставший, но довольный, возвращались домой. Дайте папу кунь молодых маски. Заслуженное пиво после гор. Очень приятное пиво. Примерно в таком режиме мы провели всю неделю. Пару разков мы ездили на ферму для приобретения на ней натуральной, низкокалорийной продукции. Забегая вперед, скажу, что перед тем, как записывать видео на этой ферме, мы спросили на это разрешение у владелицы этого всего хозяйства, которая сперва запретила, но узнав, что это для зрителей русского ютуба, с улыбкой разрешила. Русские, французы любят вас в моем лице. Да, приехали на маслобойню за сыром, маслом. По пути меда купим, еще здесь мед есть. Продукция продается здесь. Несколько видов сыров на любой вкус. Масло произведено из молока, полученного всего лишь от 53 коров этой фермы, а еще свой мед и варенье. А еще мы катались на санках. Было очень весело. Huh?
Заслуженное пиво. Вы знаете, во всем этом прекрасном отдыхе есть одна скрытая проблема. Поделюсь ею с вами. Может, кто знает, пишите. За всеми этими ежедневными изматывающими подъемами в горы на выходе все равно плюс 1,5-2 килограмма, по крайней мере, у меня. Откуда прилипает, не знаю. Где-то неучтенка. Как-то так, друзья. На этом все. Занимайтесь спортом, не болейте. И вот еще чуть не забыл. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а мы поехали домой.